Йоу-йоу-йоу, кид. Это ШПП Вложик. Вот, да. Легенда. Легенда. Сегодня с вами Лёхан Бохан, Либеренко, Сальто Крутенко, Его. Он болеет, он, правда, маленько. Простудил горлышко. И сейчас мы идем на встречу с нашим корейским другом. С корейскими друзьями, да. По поводу ядерного оружия обсуждать это все. Как только встретим, мы начнем. Сегодня по программе сходить на новую Ривьеру. Я там еще до застройки, до нормальной так и не был. Вот. И посмотрим, что кого, да. Где можно потренить. Пока погода хорошая. Йо, вот он. Да, не озверел, когда нас увидел. Да? Сразу же. Климат. Северной климат Кореи. Такой. Ты на велике сегодня? Да. BMX Rider. Ой-ой-ой. Вот это видно сразу кореец, а там это. Подумать надо. Ну, короче, на всей этой здоровенной Ривьере наш логотип. Вот так вот. Ше. А вот так вот. П. П. Йоу, шаг, прыжок, полет. Спасибо большое администрации города Свирска за такую приколюху. Вот это место, да, с прекрасными фигурами вот такого плана. Скалолазательная стена, лавки, все, что нужно вообще для активного отдыха. Первый спот — это стол с лавками. Да. Манки сделать? Как делать манки? Я перелечу. Так, я теперь... У меня есть бабочка. Я. И от стены сразу волспин. Или там полмача, да. Вот взял на эти штучки. О, задание для тебя, дружок. Памфлип сделать, вот здесь зацепиться пальцем. Ирандат. Ирандат задка, да. Ты лихой пацан. Ну-ка, давай где-то вот здесь. Замучаешься бегать за ним. Его! Идет не видит. Перелетел. Что называется? Это такая прикольная штучка. Я коленкой зацепил. Андербер! И Цой получает 1 балл за знание вообще паркур элементов. Опять же туда лицом. Андербер снизу. Нет, их не понять. Так не надо. Кто пропрыгнет? Вот сюда. Или боком может? Новорожденный. Боком. Новорожденный такой. Ты задку там сделал на закате? Ушел в закат. Он оседлал эту гору. Все, и 2 боковухи давай, раз ты так настроился. Задка, задка, задка. Гейнер, гейнер. Лемминга оттуда. Да, да, да. А, кто-то на смеёшь. Бэнг! Хорош! Что-то можешь. Я понял. Здорово! Икам! Никаких лап тебе, понял? Ты боковуху кривую сделал. Отсюда манкос. Руки, потом сюда ноги и отсюда боковуху. И все, и арабку. Надо тогда ноги подобрать. А я могу такое устроить? Ну и потом переду, или боковуху. Это надо прям с инерцией. Mountain Dew! Все, погнали. Погнали стикать. Оу! Не, это фигово было. Еще разок, значит. Ну это было, да, там перетоп небольшой, но он вроде нормально шел. Вырежить не люблю, смонтировать надо. Да. Монтаж. Это монтаж будет. Чётенько вообще. Прям на.
Ну тут лететь 2,5 метра. Ебал. И на изях. Потом так отбирать. На спотнике. Тоже. Не-не-не. На спотнике. Да я не понимаю, как вы сюда так прыгали. Я года 3, наверное, не догадался. То, что нам нужно. То, что мы любим. И в вол спинуч. Хороши вообще. А прошло всего-то минута 49. Мы Даню уговаривали за это все время. Такая у нас, короче, тренировка вышла. С вами были Андрей Либеренко, боковуха переда Крутенко. Я Егор Цой. Буду вот так делать. Да. И так, для завершения. Для завершения, давай. Генера, что ты будешь делать? Вот сюда. Вот сюда? Да. Боковуху? Генера? Да. Генера? Не, боковуху. Все, смотрим. Жалко. Ууу!